В Югре начался второй день конференции развития образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействие сохранению российской духовной и культурной среды. Сегодня на площадках форума пройдут тематические секции. Будут говорить о воспитании личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России в условиях проживания за границей, о налаживании экономических, образовательных и культурных связях. Итогом дня станет резолюция. Это план действий, который предстоит реализовать в ближайшее время. Что участники конференции отмечают, резолюции, принятые на прошлых конференциях, были успешно исполнены. Очень активная работа со Словацкой Республикой и с вузами в городах Банска-Быстрица, Прешов, Братислава. Через два года новый проект, который вот только закончился недавно, который мы реализовали вместе с вашей компанией, который назывался «Неделя русского языка в странах Европы и СНГ». Это очередной результат вот тех конференций. Говорят на конференции и о планах на будущее. Так представители русского дома в Бишкеке рассказали о договоренности с югорскими художниками о проведении летом 2022 года пленэра на озере Иссык-Куль в Киргизии, который станет продолжением международного арт-пленэра, который уже несколько лет проходит в Югре.